Сейчас, в пятой неделе, у нас идет снижение заболеваемости ОРЗ среди всех групп населения. Пороговые показатели мы пока еще превышаем. Ситуация остается у нас неблагополучная. Но по сравнению, например, с четвертой неделей, когда мы превышали в 2,5 раза пороги, сейчас мы превышаем пороги в 1,7 раза. При анализе по возрастным группам можно сказать, что сравнялись с пороговыми показателями у нас заболеваемость в группе детей с 3 до 6 лет, она даже немножечко ниже стала пороговой, буквально на 2%. Во всех остальных группах заболеваемость пока превышает пороговые показатели. Это среди маленьких детей до 2 лет, среди подростков и среди взрослых. Больше всего заболеваемость превышает пороговые показатели в группе среди подростков и взрослых жителей города.